тебе сказать о том, как я рисую, я попробовал показать это вот так вам, таким способом. Это, на самом деле, это еще было сделано 20 лет назад, там написано. Вот. А то я был, конечно, молодой. Вот. У меня еще была, да, был кот. Вот. В общем, это вот примерное то, что было 20 лет назад. Сейчас это, конечно, изменилось. Раньше я писал на коленках, а сейчас вам покажу вот свой рабочий стол. Но до сих пор я пользуюсь чернильницей, не тушь. Обычная тушь. Это вот, кстати, у меня очень близко лежит. Это «Умирающий Ломоносов». Большая история, тем более про такого человека, Ломоносова, да. Дайте мне сценарий. Мне нравится сценарий. Глядя на этот сценарий, я рисую. Это карандашный рисунок. По этому карандашу делаю тушью рисунок. И вот это законченная страница. Там они еще ее обрабатывают, там, убирают эти штрихи, цвет даже там добавляют. И все это рисуется на столе. По световым столом ты пользуешься с подсветкой? Нет, я не пользуюсь, потому что у меня есть окно. Еще более старый способ. Это фигурку. Я делаю по каким-то детским воспоминаниям. Так, насекомое стало главным персонажем в моих работах. Это вот буквально сделано недавно, в 2010 году. Что это такое, для чего это, непонятно. Но я просто хотел вам показать то, что я делаю руками, я потом это, эти персонажи я переношу в этот язык комикса. Потом я решил это еще больше, чтобы это запомнилось на века, чтобы мои дети, в конце концов, несмотря на это, знали, что я что-то делал, не только комиксы, но я же занимался. Я просто это в основном руками писал маслом. В то время это было для меня иллюстрацией к рассказам Брэдбери, на самом деле. Сейчас, конечно, я уже остепенился. Можно самому что-то делать. Нельзя пользоваться сюжетами классики. То, что я вижу, то я и рисую. Это примерно то, что у нас происходит на даче. То есть я выхожу из своего же усадебного участка, идем, попадаем. А тебе это не башня? Нет, это не три башни, это поднакорная башня. Я подумал, а почему бы мне этого человека, это существо, не окунуть в мир настоящий? Для меня жил всех настоящими. Бумага, карандаш и перо тушью, это какое-то такое поверхностное. А масло дает глубину. А здесь я просто показал персонажей, конечно, брата. Самодел, Дед Мороз, милиция, это мой любимый персонаж в маске. Летающий глаз, дети подземелья. Я еще работаю для такого журнала детства «Гео Ленок». Это от журнала «Гео». Да, ну, мне пришлось рисовать такие картинки на разворот. А что, карандашный рисунок, следующий рисунок. Я уже начинаю так. Все это делается акварелью, карандашами, там, мелкие детали. Меня прям выводят из себя, я прям очень ненавижу их. А тем более, что зрение садится, просто рисует только. Ну, детям нравится, они вообще ничего не понимают. Последний день на Кубе. Я находился один гулял напротив этой помойки, нашел эту голову. Мне сразу захотелось ее отвезти домой. Но это было невозможно, потому что она очень тяжелая. Я все думал, кто же мог это сделать? Может, какой-нибудь рабочий там из бетона сделал? Думал об этом и решил, комикс потом рисовать. Вот это вот комикс пробовал. Главный герой, его убивают, отрезают ему голову и ставят вот эту голову на место его главы. Решил вам показать моя любимая страница моего любимого комикса «Весловка», «Снег» называется.
Про войну с Финляндией, которую мы сегодня весь день почему-то обсуждаем. Потому что финская речка приехала. Помимо, значит, этих самых комиксов, я еще занимаюсь иллюстрацией. Узнаю этих персонажей. Вот Ленин, да? Здесь женский, молодой. Ленин, правда. Тема фашизм отражается цветом. Позже здесь мало. Но если пользуюсь только вот такими простыми методами. Здесь минимум цвета. Главное черное и белое. На ваша, как у меня, цвет плохо идет. Не берет мои работы. Я тоже журнал. Ну, в данном случае развивать, как я работаю для газеты. Я пью пиво, конечно, моя жена, она пьет джин-тоник очаковский. А почему у меня такие ушки острые? Потому что F. Я гоблин, она F. Так я еще тоже делал рисунки, такой исторической какой-то книги про Древний Китай. Я просто показал вам, чтобы представление иметь, что я не только занимаюсь комиксами, но и... Вы как-то оправдываетесь. Я оправдываюсь, да. Я все-таки люди добрые. Но а? Комиксы же тоже искусство. Тем не тоже достойно. И тем более вылить получается делать как бы не совсем комикс. Ну, я думаю, что мне нравится делать, на самом деле. Я бы никогда не взялся там рисовать. Нет, я взялся, конечно, если много денег предложили, бы все готов. Вот. Но... Ну, комиксы, мне кажется, все-таки это не совсем. Комиксы я как бы вот использую как жанр такой, что-то хоть свою историю рассказать. Да и то, я ее не хочу рассказывать кому-то. Я в любом случае для себя ее рассказываю. Я хочу, чтобы она была у меня не написана пером, а нарисована. Ну, это сейчас у меня иллюстрация для газеты, чтобы это было. Говорят, там рисуете картинки там для газет, там мне присылают там текст, я рисую и получаю эти деньги, мизерные живу. Моя последняя работа, я решил собрать все игрушки персонажей из комиксов. Хал там собрал, вот, покрасил однотонно, повесил на стену. А вот кто из иностранных? Комиксы делал, ну, у вас был как вот мир, вы на кого-то опирались или нет? Ну, то есть вы с чего начали вообще делать? Я в школе делал, давно-давно, журналы «Бит», какие-то французские, американские комиксы, какие-то другие. Да и что там, господи, их смотреть-то, надо делать, рисовать. Вам то, что не нужно рисовать, когда вот у нас эти мангаки, занимаются там что-то рисуют, там по какой-то схеме определенной, там глаза какие-то одинаковые у всех, там, ну, если ты учился в какой-то там школе, там, в училище, в институте, там, художественном, ты должен знать, что там совсем все по-другому, у каждого человека там есть там мышцы, там, все разные там люди, там, нельзя всех под одним ребенком, там. Вот. Я поэтому и говорю, что рисование под японских художников у нас погубит. Это как, знаете, вопрос про робот. Вот так ли легко нарисовать робот? Когда мальчик сидит, там, не знаю, в 7 классе рисует себе робот, он же понятия не имеет, как он функционирует, как он движется, как устроены его суставы. И поэтому его робот, он такой наивный, плоский. Потом, когда мальчик понимает, как создавать объем, он уже создает прекрасного робота. Это, собственно, тоже как вот, любой гротеск. А вы заставьте его лучше нарисовать, прямо сейчас робот. Я рисую не робота, я рисую персонажа из комикса. Девочку-школьницу. Ну не подумай, что там педофил там. Мне кажется.
Что дальше может быть? Пионерский галс. Да, точно. Это уральская школа. А почему глаза острые? Потому что она уральская. Вот так. Какая будет девочка-робот? Похлопайте, дети. Спасибо.